попало не на того. В Подмосковье родственники пациента разбили битый автомобиль врача. Так вот, мужчина решил отомстить за плохое лечение, которое хирург якобы оказал его брату. Но оказалось, что перепутал, испортил не лечащему врачу машину, а просто дежурному. Представляю себе чувство того доктора, машину которого разбили, особенно когда он узнал, что это еще и по ошибке сделали. Ущерб от поврежденной иномарки сам врач оценил в 300 тысяч рублей. А целью-то было авто другого хирурга, который оперировал пациента. А нападавший – это брат того пациента, и он был недоволен проведенной операцией. Полиция уже этим делом занялась, при этом мать больного рассказала Лайфу, что сделал все ее пасынок. Нет, не лечащий, просто дежурный смотрит все, он вообще даже, он приходит, он осматривает, очень хороший доктор. То есть, по идее, он как бы ни при чем. Ни при чем, лечащий врач у нас другой.